Здравствуйте, товарищи! Итак, сегодня мы с вами будем делать небольшой обзор моих новых брейсов. А речь в этом видосе пойдет вот об этих замечательных брейсах компании Lead C-Frame Carbon Hybrid. Сейчас я вам все покажу, расскажу, почему я купил, почему именно эти. То есть изначально у меня была мысль купить, там, скажем, даже артемовские, но они стоят адских денег, 1000 евро за два брейса. Я позавчера ездил в магазин, посмотрел их, что-то они мне как-то не зашли. В общем, посмотрел я еще Alpinstar Bionic 10, тоже карбоновые. Они уж больно выглядят объемно на ноге, поэтому со штанами будет их одевать очень трудно. Для меня важным критерием было, чтобы брейсы были как можно компактнее, то есть как можно плотнее прилегали к ноге, чтобы можно было мне одевать их с моим туристическим экипом. Потому что я беру эти брейсы для дальников, то есть я буду в них находиться очень долгое время и, скажем так, в моем туристическом экипе от рука. Поэтому для меня это было очень важно, чтобы вот этот критерий совпал. Была мысль взять астериски, тоже карбоновые, но они тоже стоят за 800 евро, там чуть больше 800, дороговато. И заказывать кота в мешке что-то как-то мне не хотелось. Поэтому я вот решил взять такую гибридную версию. Сейчас я вам покажу непосредственно, как они выглядят, расскажу про них. То есть я как бы раскоробкинг уже в принципе сделал, сам посмотрел их, уже даже померил. То есть вот что они из себя представляют. Это брейс без коленной чашечки. Коленная чашечка здесь идет отдельно в виде чулка. То есть одеваем чулок с коленной чашечкой и поверх одеваем брейс. Преимущества я вижу, на мой взгляд, какие? Если вам вы занимаетесь каким-то видом спорта, где вам коленная чашечка не нужна, вы не одеваете чулок, а одеваете только брейс. И все. Поэтому можно по-многому использовать. Что из себя представляет C-Frame? Это вот такая вот рама, то есть с внутренней стороны у нее нету этой, как бы нету этой рамы, как она называется-то. Ну, в общем, вы поняли, да, видно вам. Только с внешней стороны вот эта защита. На первый взгляд может показаться, что защита как бы слабенькая, но на скручивание она работает, то есть мертво, то есть вообще люфтов нету. Также здесь есть настройка углов, тут можно менять вот эти вот красные штучки и можно менять вот угол разгиба индивидуально. Мне что понравилось вот у этих брейсов, это возможность их гибкой настройки, поляшки. Скажем, видите, вот здесь вот есть два болта, они ослабленные сейчас, и можно вот так вот двигать, то есть пошире, поуже, то есть можно под свою ногу непосредственно все это дело как бы настроить. Что, в принципе, прикольно. Ну, мало ли вы там поправились, похудели, или там одели какие-то подштанники, у вас там немножко увеличилось. То есть всегда можно подтянуть как надо именно под вашу ногу. Вот, собственно, преимущество. Опять же, здесь есть еще в комплекте подушечки, которыми можно, вот как в обычных везде брейсах, подложить и подогнать более плотнее к ноге. Так, сейчас покажу я вам чулок. Так. Вот таких вот два чулочка. Давайте мы сейчас посмотрим один чулок. То есть внутри у них такая защита, типа как напоминает 3DO, но это, наверное, не 3DO. Но что-то похожее. Сейчас я выверну наизнанку и покажу вам. Да, напоминает очень 3DO. То есть вот такой вот защиту, и сверху, с внешней стороны, такая пластиковая защита. Преимущество таких чулков, опять же, еще какое? Они не выпирают. То есть, когда вы одеваете, вот эта коленная чашечка у вас плотно прижимается плотно к ноге. Соответственно, когда вы сгибаете колени, у вас не раздувается колено. Скажем, если вы берете какие-то брейсы уже с коленной чашечкой внешней, то она у вас будет увеличивать колено. Для спорта это, конечно, может быть даже и лучше, я бы сказал. Но для меня, как я уже сказал, это такое компромиссное решение.
именно для туринга. Сейчас я вам покажу, что я одеваю наверх. Итак, для меня было очень важно, чтобы я мог одеть поверх этих брейсов вот эти вот пуховые штаны. Это штаны от Рука, они являются как подкладом, то есть на пуху, ну, подклад-утеплитель, то есть как бы слой. И сверху у меня будут одеваться вот эти вот замечательные штаны, тоже с мембраной, Гортекс. Я штатную защиту колен из них вытащил и уже померил. В общем, все налазит, все нормально. Конечно, ну, надевать там надо наловчиться, еще опыта у меня пока что нет, но со временем это проблем не будет. Самое главное, что это все налезает, и не надо будет покупать отдельно каких-то штанов под них. Потому что хочется все-таки, если поехать на ТЭД с моим опытом, то есть с нулевым опытом, хочется как-то максимально постараться себя обезопасить. Поэтому было принято решение покупки брейсов. А, про цену не сказал. Ну, это, скажем так, средний сегмент брейсов. За них пришлось отдать 560 евро. Дорого это или мало, ну, это уже, опять же, все субъективно. Я просто для себя подумал, если, скажем, нанести себе какую-то травму и потом пару месяцев находиться дома, то, поверьте, потеряю, ну, упущенные, скажем так, прибыли намного больше, чем стоят эти брейсы. Поэтому для меня это окупается. Вот даже сейчас, когда я сижу дома на больничном со сломанными ребрами, ну, еще пару дней посижу и пойду на работу. В общем, 3 недели я выпал из процесса. То есть я потерял некую сумму денег на этом. Я уже, скажем, панцирь свой 2 раза бы окупил. Поэтому тут надо смотреть так, стоит или не стоит. Ну, я думаю, все-таки защита стоит. Ладно, все, ребята, не будем затягивать видос. Если есть вопросы, комментарии, пишите внизу. А, еще такой нюанс. Ребята, нам до 200 тысяч подписчиков осталось совсем ничего. Там, давайте добьем уж до 200 тысяч и заживем. Все, всем пока, спасибо, до новых встреч.